Очень давно не было топчика в рамках комьюнити интерактивного баскетбола, поэтому исправляем ситуацию. Всем привет, друзья! С вами я, Славонтий, и мы начинаем. А открывает нашу пятерку лучших моментов месяца очень редкая анимация, и я не про блок Егору Хомякову и не про этот пас Антонио. Ваня Дубовский уворачивался от блоков, как уж на сковородке, и благодаря этому воздушному слалому закрепил себе пятое место в топе. Четвертое место. Я видел, как этот парень играет в реальной жизни, и для него не проблема обмануть защитника, но тут он меня удивил. Behind the back, разворот и троечка с отклонением. Мне кажется, Влад заворожил защитников Лиги Про, иначе не вижу объяснения полному отсутствию защиты в этом эпизоде. Возможно, это ответка на предыдущий момент, ну или совпадение, а парни из Лига Про показали команде Лайтсаут, что не обязательно пытаться обманывать защиту. Миша Панченко влетает на пролом, не замечая две башни после алюпа Влада Васильева. Тут, я думаю, можно доставать печать. Второе место. Илья будет бросать слога? Нет. Пас в угол, бросок в лицо, мимо и прекрасный путбэк постер-данк от Ильи Савика. Распечатывайте и вешайте на стену, оно достойно того. Ну и первое место. Лучший момент месяца. Конечно же, все догадались, о каком моменте идет речь. На трансляции никто в это не поверил. Сергей Блажко бросает в лицо двум защитникам при разнице минус 2 за секунду до конца матча. Что ж, господа, у меня на это есть только две буквы. GG.